С вами канал Улица Москвы. Мы в районе Рязанский на первом Вишняковском проезде, что проходит параллельно линии Казанского железнодорожного направления. Мы сейчас идем, получается, в сторону центра. Но мы сейчас вот между Вишняками и Плющево, если отталкиваться от расположения остановочных пунктов. Там железная дорога, за ней хорда еще будет новопостроенная, и за ней Кусковский парк. Здесь вот район Рязанский. То серое здание прямо по центру кадра. Там располагался ранее Национальный банк Траст. Управление всего банка. Что там сейчас, сказать не могу. Вроде бы как банк сей был поглощен открытием банком. Так, переходим дорогу. Так. Пойдем далее. В эту сторону что там, тупик что ли? Тут обходить, если надо, допустим, в платформе Плющево, придется вот обходить по проезду, который был у нас налево поворачивать. Сейчас идем в тупик, получается. Первый Вишняковский 1. Бывший банк Траст. Да, им всем надо вот ехать, я не понимаю. Стоянка, наверное. Ну, что? Ремонт, я не знаю.
Ну все.